Решила проверить лайфхак из ТикТока, как с помощью чеснока отделяют белок от желтка. Попробуем. Взяла яйцо. Холодное яйцо из холодильника. Аккуратно, естественно, нужно его разбить, чтобы не повредить желток. Вот, разбили. Берем чеснок, обычный зубчик чеснока. Разрезаем его пополам, чтобы он пустил сок. Натираем пальцы. Прям вот хорошенечко хочу попробовать натереть. Так, что пальцы всего. Три пальца не надо. Три пальца натираю чесноком. Так, подвину, чтобы виднее было. Как бы я ни старался, желток не захватывается. Никак не получается его захватить. Сейчас я помыла руку, вытру ее насухо. Попробую это сделать без чеснока. Ну, как бы тоже не захватывается. Не получается. Ну, тогда будем пробовать наш традиционный способ отделения желтка от белка с помощью ложки. Вот и все. То есть чеснок смысла нет пробовать. Проще отделить его обычной ложкой. Вот и все. Все, мы отделили идеально чистый белок и отдельный желток. Метод с чесноком, к сожалению, не работает. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Обещаю, будет интересно.